А вот ты следишь вообще за трендами? Как ты вот для себя? Ну, если я называю свое 50-летие запой, конечно, я слежу за трендами. Ну, знаешь, вот этот тренд, ты сам трендообразующий тогда, скажем так, если мы про запой говорим. Нет, я не трендообразующий. Это от лени. Это от вашей журналистской лени. Нашли себе темочку, вот ее и разрабатывайте. Уже сколько лет? Ну, ты поводы даешь. Нет, ничего подобного, никаких поводов. Все шутка. Какая шутка? Я на Кинотавре помню. А на Кинотавре с Хлобыстиным, а с Баширом, с Сергеем Николаевичем, который, кстати, тоже будет участвовать. Ага. В запое. И если мы найдем за это время Ивана Ивановича Хлобыстина, а можно, кстати, я через вашу программу обращусь? Прям, да, какую прям камеру говорить? Вот в эту, наверное, вот, да? Вот в эту. Туда. Ваня, пожалуйста, объявись. Без тебя и запой, не запой. Я имею в виду песня, не песня. Мы не можем тебя найти. Ну, а давай тогда, может быть, мы развеем прям, вот, если ты считаешь, что это миф, прям вот о пьянстве российских актеров. Давай мы... Не миф, это красивая легенда. Под каждой легендой красивой существует, как нет дым без огня, там все эти штуки. Да, конечно. Но это, я бы все-таки говорил, что сейчас это уже не в тренде. Сейчас это среди молодых артистов. Так. Самый молодой среди пьющих артистов, ну, как бы таких вот я имею в виду, медийно пьющих артистов, Леша Панин, а ему уже тоже за 30. Ну, вот он-то поводы дает такие. А может быть, он специально эти поводы дает? Ну, значит... Увидел камеру скрытого наблюдения, раз повод дает. Ну, актеры должны вообще видеть камеры. Ты же видишь камеры и чувствуешь. Поэтому мало записей со мной, почти нет. Вот поэтому, понятно. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».